5 лет назад Оксану Харьковскую сократили на работе. С этого и начался ее поиск себя. Нужна была какая-то идея, хотелось заниматься чем-то своим, тем, чего у нас все-таки на севере не хватает. Да? Один раз увидела передачу о сыре и загорелась, захотелось именно попробовать. Благодаря господдержке женщина оформила свое дело и купила мини-сыроварню. Постепенно бизнес развивался. Одна сырная кастрюля превратилась в две, потом в три. И вот спустя 5 лет Оксана освоила технологии дюжины сортов сыра. Особой популярностью у местных жителей пользуются сыры примасали и качота, сыр для жарки хаоми. А также сыры в разных корочках – винной, медовой, кофейной. Каждая корочка, она дает свой неповторимый вкус и аромат сыру. Рецепты зарубежные, но их приходится адаптировать под местные условия. Все сырье отечественное, и изготавливаются сыры также на отечественном оборудовании. А в планах – удивлять новыми сортами и увеличивать объемы выпускаемой продукции. Хороших вам новостей!